Приветики, продолжаем проходить Devil May Cry, уже третий выпуск, да? Продолжаем. Закончили на том, что убили какого-то мегабосса. Очень сильного мегабосса. Так, персонализация не будем переходить, сразу начнем игру. Бич дьявола не используется, все равно нет. Так, надо бич дьявола одеть. Привет! Hey, I got a new arm for ya. Красная рукёшка и кавардак. Ничего себе! Так, у нас 27 тысяч сфер. Синяя роза или же... Давайте алую королеву, наверное, улучшим рывок. Блин. Так, алая королева. Комбо с... Комбо алой королевы С. Так. Комбо алой королевы Д. Рулетка. Ага, все, типа больше нельзя ничего. Так. Так, 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 бич дьявола. Дробильщик плюс, расширить. Ага. Бич дьявола, снаряжение. Вот, снаряжение. Так, раз. Как поменять-то? А, вот. Так. Так. И вот так. Все. Не будем тянуть Нера за его ни руку. Начнем. Навык прелюдий, который пока позволяет закладывать бомбы замедленного действия и взрывать их с безопасного расстояния. Навык прелюдий. А их, по-моему, сразу взрывал нахрен. Как только закладывал, сразу бум. All right, move out. Вперед. So much for teamwork. Командная работа. Ей вообще насрать. О, это что за алтарь такой интересный? Путь троса. Ясно. Ну давай, попробуем. Прицельтесь в точку и нажмите РБ. А, с помощью РБ нажмите Б. Так, а в какую точку? Во. Немножко понятно. Крылатый обман, пироман. Давай, режь, кромсай. Бежать! Умри! Ну как-то на Б вообще плохо. Ой, потратил. Заводим, заводим. Все, завелись. Так. Think I'll handle the closer one first. Gotta start somewhere.
А, типа их надо всех уничтожить, все эти корни? Так. Есть один. Блин. Давай, давай, давай. Убей их, убей их всех. Воу. Отпрыгивай! Уж это вообще как-то не это, не эффектно, не эффектно! Чё-то ни черта не эффектно было. Сломали зеленую, красную. Вперед! К вершинам всевластия. So this Clyphod, screw it. Надо срубить сраное деревце. Темный захват. Ясно. Что ничего мне непонятно было. Так. Золотая сфера воскрешения, нифига себе. Нормуль, респавн появился. Континьес. Да блин. Бежим. Так, сгустки демонического дерева. Все так легко? Эй, переведи камеру. О. О. Вот сколько пропустил. Где-то же еще один был. Сдох. Как я быстро с ними расправился, даже не заметил. Сферы нам нужны. Нам нужны новые плюшки. Да блин, куда ты прыгаешь? А, мне туда. Надо вход, значит, открыть. Сдохни!
Сдохни! Так, сюда. Пока ничего эпического не было. А вот нашел. Засохни, печенюшка. О, опять бой. Ой. Он сдох? Уже сдох? Я ж даже повеселиться не успел. Воу! Кирама, fuck you! Вот и все. Легкотня. Только рука, правда, устала нажимать на две кнопки. Бинго. Бинго. И чего там? Просто дыра. Упс, упал. звонок. В старом стиле. Парикмахерша. Ей не нравится мой причесон. Ножницы разрушения. Ножницы смерти. И чё, и всё? Мне, пожалуйста, чёлку подровнять так-то надо было. Так неинтересно. You want me to follow you? No way, asshole. You bring that shit to me. Ой, а ты где? Как мне тебя найти? Вот ты! Что, думала, уйдешь, да? На, на! Не уйдешь, не уйдешь! А нет, не все. Упс. А ты что, блокировать умеешь, что ли? Я не знал. Что, блокировать умеет? Вообще офигело. Разрушим всю библиотеку.
Это обязательный атрибут. Все. Знание, сила. Вот где. Так. Воу. Что это было? Without strength, you can't protect anything. I know that. Так. Дайте мне уже босса. Босса было, пожалуйста. О, а, нафиг звонить. У нас и так все на... Отлично вообще. Во, вот тут босс будет. Комната большая. Угу. О! Артемида. Что себе? Ух, нифига, ногой это. Just getting right to the point, huh? О, срань, не болтовни, не... Ох ты, вот это срань. Думаешь, я не догоню, у меня трос длинный. Блин, не длинный. Ладно, я врал. Что ты такое оставила там? Бери за собой. Блин! Блин, а меня этот пистолет отвлекают эти штуки. У-у-у! Да блин! Слушай, тетка, ты достала. Хватит перемещаться. Да блин! Погоди, я еще не привык к таким быстрым передвижениям. Мне кажется, хана. Да достал ты, блин. Вот этот босс уже... подинамичнее, он слишком динамичный для меня. Я ничего не успеваю, не понимаю, что делать даже. Блин. Что происходит? Yes.
Давай, давай, давай! Ох, передача ее, пока она лежит! Люблю бить лежачих. Они меньше сопротивляются. Ну-ка, пистоси. Так. Золотая сфера. Да. Давай. Да блин. Есть тут кнопка принужденного бега, вынужденного бега. О, тут оказывается переворот есть. Да блин! Бей лежачую, бей лежачую! Воу, нифига ты! Офигеть, вот это я хреново дрался, просто... Вот настолько хреново. О, там внутри кто-то есть. Сейчас опять придет загадка и состилит моего босса. Нет? Удивительно. О, там кто-то был. Она кем-то позавтра... Это леди. Ходячий арсенал. It's lady. Подруга Данте, леди. You know her? From a gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. О, опять что-то стрела. I'm а что, не нюхнешь? Hey, loosen up your jockstrap. Ha-ha. Don't do anything I would do. Штаны не дают. Чики-пау-пау. Спокойно такая приехала, опять взяла и уперлась. Да. Я не знаю, кто такая Кирия, так что... Ой, как все хреново. Б. До этого хоть А было. И ну, как-то было поприятней. Блин, ненавижу летающих боссов, за ними гоняться. Рука устает, еще не привык к этим всем комбинациям, всем этим... О, опять загадка. Стиллер! Фу! Первого босса у меня украл. Это моя была заслуга. Он может только надеяться. Но сейчас... У нас более... ...прессинг... ...энгейджмент. Конь, нос большой. Смена игрока. Выбрать Уря. Повелевайте и одолевайте команду тремя демонами, управляя ходом боя с дистанции. Здоровье и сферы останутся при вас, а навык вы придется приобрести.
Типа я теперь за загадку могу играть. Режим игры «Адский охотник». Персонаж В. Начать миссию. Призывайте тень в воздухе или рядом с врагами и сразу начнете атаковать их, пока появляются. We have a minor errand before we reach Urizen. Так, а что ты умеешь? У тебя руки целые. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley, ain't that right, Pete? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not up for it. He who desires but act not breeds pestilence. Плодит чуму, В. So it is written. Изящная формулировка. Okay, Shakespeare, just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick! I got your back! Cause diet is whack! То есть я дерусь с зверями чисто, сам типа не особо. Ну точно, нажмите в это. Да, мне надо зверем атаковать. Нажмите Б рядом с умирающим врагом. Here's throwing. Так, они умирают типа когда фиолетовым горят. Gouging. Eternity to the underworld. А зверям прикольнее драться. Жмите их для атаки. Ух, нифига себе! Вот это класс! Давайте... Вот это мой персонаж! Стоишь на месте, ни черта делать не надо! Подходи только, нажимай, чтобы добивать. По горизонтали. Ничего так, боевка классная. С боссом бы так драться, стоишь себе, покуриваешь, пока за тебя звери дерутся. То есть, когда я успел пантеру убить, ой, вызвать. Слайсинг. Бей! А у меня какая-то полоска, кстати, есть зеленая. Это что-то означает? Или мне пока не волноваться насчет этого? Меня этому не обучали. А мы это не проходили. Здесь слишком много комбинаций. Сам не понял, как это сделал. Но было красиво. То есть вот так и Б. Хаба. Так бы написали телепорт. Сразу было бы понятно. И что это? Что? Кошмар. ЛБ, когда шкала будет на 3. Классно. Ха-ха-ха!
Убивайте! Давай вот этого, давай, давай, добивай его. Вот и все, Savage, вообще как ни хрен делать. Куда мне сейчас-то сюда? Погодите, я пока не понимаю, куда мне идти. А, во. По сферам, наверное, да? Ох, нифига, как я умею. Прикольный персонаж, прикольный. О, золотая сфера, золотая сфера. Так вы же уже говорили, что это золотая сфера. Зачем вы еще раз объясняете мне, что такое золотая сфера? Я упал. В смысле? А... Что-то я пока не понимаю. Как? Мне туда ведь надо, нет? Погоди. А, да хрен ли я туплю-то тогда, мне туда надо. Сейчас я могу запрыгнуть сюда, я могу просто взять вот так вот и сделать вот так вот. Я думал, я не могу эти корни перепрыгнуть. Пад. А, это здоровье. Все понятно. Вот это значит шкала, это здоровье этих уродов моих. Я говорил, что это надо знать, значит, раз не просто так шкала там стоит. This bridge looks unstable. Мост не выглядит надежным. Go. Оп. Короче, я опору разрушил. Золотая сфера. Подбери, подбери. Молодец. Да вы мне это сколько раз-то будете говорить? Каждый раз, когда я буду находить золотые сферы? Я вроде не глупый, с первого раза запомнил, что такое золотая сфера. I will not allow him to gain any more power. Что такое? Фиолетовые сферы. Так, человек может собрать кристалл, увеличивающий шкалу. А, форма демона. Все, ясно. I need you. Белая сфера души. Подобрав сферу, можно восстановить часть шкалы формы демона. Блин, не пугай меня так, тигр. Правильно? Зачем обходить нахрен полки? Лучше их разрушить. Так. ЛТХ. Потратить один заряд. ЛТ. Понятно, так. Попробуем. ЛТ-Игрек. Пока.
Удерживайте РТ, чтобы заполнить шкалу в бою. А? Все, я понял, 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 бейтесь. Слайсен. Слайсен, бей Слайсен. О, беги, 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 беги. Давайте, моляйте, пацаны, вот, моляйте. Это все куча делов-то. Human blood is the source of this strength. I must cut off this supply. Into nothingness. Die. Pierce throne. Go ahead. О, нифига, прикольно. Быстро бои кончаются. А вот, вот это. Нифига, трес. Красота. Трес набрал в бою. Говорю же, мой персонаж. Куда надо детеныш этого? Никхега. У меня нету его. Никхега. Там потому что за воротами тоже был один. Быстро. Очень даже быстро было это. Раскрошил и не заметил. Бьемся! Так, держи, восстановиться. Прикрывай! Бляха! А все, я восстановился нормально. Блин! Тросточкой такой удалил. Вас стерли.
phone. I wonder if I can reach that phone. Можешь, можешь. Давай не будем экспериментировать. Тебе оно, по сути, незачем связываться с этой девушкой. О, Ник Хек. Нидхог. I never liked this guy. Dumb as a box of rocks. Let's not even mess with this guy, V. He can't even leave the Clyphod anyway. Just a Clyphod parasite. Uh-oh. I think he hurt me. Not in this lifetime. As the heir to a bird. Or the sea to a fish. So is contempt to the contemptible. Тут презрение презренному. Офигенная фразочка мисс Эплет. Нифига. Минус один. Ага, хер, я подойду, понял? Ой. Ой, а ты сам подошел, да? Минус один. Минус второй. Тебе не выстоять против меня, сдавайся. Я уделал их! Всегда бы так с боссом драться. Ходить не надо, стоишь, посылаешь подручных только. Какой самонер. Минус одна штучка. Минус один клипот. Что за поразня такая? Видать, совсем плохо дело. I'm afraid then that's a little bit more than I can take on right now. Б.А. Ну, буковка, как обычно. В прошлом было Б. Слава богу, на А опять вытянули. Три миссии на А, все. Ладно, на этом, думаю, закончим. И так серия затянулась. Всем спасибо. Всем пока.